Приветствую всех! Сегодня мы едем, мы сидели и решили поехать в какой-нибудь зоопарк. Да, Константин? Да. Вот. И вот я направляю, правда, сейчас не знаю, видно мне, ой, ребятки продают лимонаду. Мы думали, куда ехать. И Костя начал искать в ЗУ какой-нибудь у нас по району, чтобы недалеко. И мы нашли какой-то с рептилиями. Здесь имеется в Воне. А на следующей неделе мы поедем, мы нашли сафари здесь. Вот это будет круто. Там целый город сафари. Там в машине заезжаешь, проезжаешь, там с животными, значит, общаешься, в том плане, что они подходят к машине. В общем, там можно всех этих сафаревских животных увидеть. Вот, и там есть и бассейны, в общем, такой типа акватик, маленький кусочек. Есть для пикника зона. Вот. И, ой, жарко, как в машине, кошмар. Так. Доброе утро, Костя. Ты же сказал не включать. Ну, пока на следующий пор, так я. Вот, ну, в общем, одним словом. А сегодня мы просто решили, как сказать, проветриться и поехали. Едем в зоопарк рептилий, он недалеко. А вот на следующей неделе будет действительно фан. Покажем вам сафари. Я, кстати, в Израиле мне не удалось. Поехали, Костя. В Израиле мне не удалось сходить в сафари. У нас все были, а мы так и не дошли, хотя жили недалеко. Вот. Я снимаю, как люди едут, это все видно. Вот, ну, в общем, короче, жарко, очень жаркие дни сейчас идут, но уже вроде с завтрашнего дня более прохладно. Сегодня температура, я не знаю, какая настоящая, но как бы feel like, то, что я вам рассказывала, что всегда есть у нас прогноз, здесь какая погода и какая feel like, на что чувствуется по-настоящему. Feel like 40 у нас сегодня, как будто 40 градусов, хотя, допустим, может быть 25, но за счет влажности, за счет вот состояния воздуха. А вот, даже видно, 33. Видите, вот сверху посредине цифры 33 градуса сейчас. Вот, а чувствуется как 40, так что может даже больше. Вы можете себе представить состояние. Хочется сидеть, никуда не выходить, но так как мы все время... Константин показывает свою рабочую карточку здесь. Сломано. Кстати, что, она сломалась? Чтобы навести $25. А ты экономишь. Да никто не обновляет, пока не сломается. $25. Ничего. Слушай, ну фирма неплохо зарабатывает деньги. Да и фирма, это здание. То есть они должны на самом деле это делать бесплатно. Мало того, что вы за стоянку платите. Сколько за стоянку ты платишь? $100. $100? $100. В месяц. И фирма платит со своей стороны 150, да? Мне тоже 100, наверное. В общем, мало того, что вы $200 с человека платите за стоянку, еще и за карточки по $25. Ну, в общем, гребут за все, что могут. $25, это сколько карточек можно напечатать таких за $25. Ну, в общем, одним словом, все. Поэтому дома не посидишь в такую жару, конечно. И поэтому мы едем куда-нибудь прокатиться. Нет, это рептилия. Я не знаю на самом деле. Рептилии — это рыбы. Это, что связано с рыбами? Actually. Ну, дельфины в специальных местах, они там обычно не живут. Мы поедем, посмотрим, что там будет. Так, мы приехали в рептилии, сделали немножечко круг. Ой, ливень! Ливень начался! Ливень начался! Это дыру внутри лазит там. Это ливень. Короче, я что хочу сказать. Костя неправильно ввел адрес. И мы прямо проехали 7 лишних километров, потом 7 ехали назад. В общем, в конечном результате 7 плюс 7 – 14. Вот, проехали. Одним словом, это прямо возле нашего дома. В общем, все, мы приехали. Сейчас вот такой дождь, что мы, находясь возле входа, не можем даже выйти. В общем, все, мы пойдем, зайдем и будем уже снимать внутри. Или нет? Вот, я сейчас снимаю. Вот оно сделано так красиво. Сумку, я сейчас все возьму, я сейчас все буду нести. Все, и мы заходим. Сейчас мы как раз успели на какое-то последнее шоу. Заходим. Заходим. Какое-то шоу и фидинг. Фидинг. О, мамочки мои. Вот это какая большая, мамочки. Да, Габи, видишь, какая змея?
здесь какие-то змеи. Вон они, вон. В общем, сейчас admission заплатили 45 баксиков. А вон какой большой лизард, ты досмотри. Привет, она тебе делает хай-фай. Не, бить не надо ее, иду. Вот там внизу еще есть даже. На ручках, только на ручках. О май гаш, они здесь наверху лежат. Улыбнитесь в камеру называется. Snakes. О, да, май гаш. Так, пол сделан. Подожди, а где это шоу? Может быть, сначала шоу, а потом? А сколько сейчас время? Форм уже? Так она сказала, что в 4 начинается. Короче, здесь вот такие вот рептилии. Мамочки, крокодил. А он не дышит, это искусственный. А почему не раздувается живот у него? А почему он не открывает рот, не хлопает глазами? Не, я думаю, это искусственный. Два в таком маленьком месте. А вот под водой. Мамочки. Идо, зачем ты его? О май гаш. Короче, их здесь два, но походу, я думаю, тот... Здесь они живут. Да он очень большой, Костя. Тот очень большой. А, вау, он шевелится. Мамочки мои дорогие. Прекрасно, я не снимала ничего. Оно не снимало, я не нажала на кнопку съемки. Вообще до сих пор не сделала. Нет, я в тот момент, когда сейчас я хотела снимать, я не снимала. О, это огромная змея. Боже мой, здесь две питоны. Или кто это? Мать моя, женщина, кошмар. Иду, я хочу смотреть то, что дядя показывает вживую. Я иду смотреть то, что... Это мой сачок, да? There we go. In he goes. So he does disappear. As far as we know, no one's ever been eaten by one of these guys. However, there are more than a few movies where he spends his time actively hunting people. That's because hungry is an anaconda. Hungry is a green anaconda. They're the heaviest species of snake in the world. But probably more impressive than that. Сейчас Игошка даст свою руку змейке потрогать. Идем сюда. Идем. There we go. Wow. There we go. How it feel like? It feels so hard. Oh, let's see. It feels so hard. Hard? It feels like... Like what? It feels like hard. Сильно тебя зажимал? No, not like that. It feels like hard when I was like pressing on it. И низу большие. Oh,
Да, крокодил Гена. Габи, стой. Габи, дай ручку. Дай ручку. Стоп, руку дай. Он двигается. Да, видишь, он страшный и большой. Он пытается напугать. Скажи, меня зовут Габриэль. Мне не страшен. Что погреться на солнышке? Видишь, черепаха? Ты ку-ку. Пикабу. Да. Скажи, пикабу. Ой, идет, 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 смотри, смотри. Подожди. Она идет, ходит. Видишь? Ой, я услышала, Габи. Вот, скажи, бай-бай, привет. Что там, это что не упал? Что там? But Sizzle, you'll see him swim around, grab his food, and swallow more. Now, because there's quite a few of you guys here, the guys in the back, I will be offering Dad, our Asian water monitor, a snack. He's on the other side. Oh, there he is. Okay. I'm going to give him a snack. That way you guys in the back can see him eating as well. So enjoy. Try to make sure you're back away from the glass as much as you can. And enjoy the feeding. Okay? Somehow I'm going to get it. I didn't even see that. Oh, wow. You still get that. Andrew, come here. Okay. All right, let's see.